против меня, если я могу чпокнуть любого из своих людей. А я готов чпокнуть за любого из своих людей. Вы, чебуреки, славитесь своим умом. Советую тебе вспомнить о нем. Взгляни на пляж, который вы так яростно защищаете. Он может превратиться в пепел, если я захочу. Подумай о судьбе вашей туристической отрасли. Нашу туристику ты совсем не знаешь. Вы могли приехать по путевке, но вы решили отдохнуть на шару. У тебя дофига рабов, но мало воинов, Ксерокс. Очень скоро они будут бояться моих охранников больше, чем твоих хлыстов. Не хлыста они боятся, а моей божественной обаятельности. Но я очень щедрый бог, я сделаю тебя главным в Чебугреции. Ты понесешь наш бренд в самое сердце Европы. Твои конкуренты из Афин будут кланяться перед тобой, если ты предо мной преклонишься. Твое великодушие божественно, как и твой лик, король королей. От такого предложения может отказаться только идиот.